На заседании Президиума Генсовета «Единой России» секретарь Генсовета партии и зампред Совета Федерации Андрей Турчак отметил большой опыт политической работы Владимира Мякуша. Помню, как я приезжал в Челябинскую область 15 лет назад. Владимир Мякуш в этом плане вообще практически не изменился, как был тогда крепким, так и сейчас крепок. Секретарем регионального отделения «Единой России» Владимир Мякуш стал в сентябре 2005 года. С 2006 он возглавляет фракцию партии в региональном парламенте. За полтора десятилетия работы ряды «Единой России» выросли до 42 тысяч южноуральцев. Еще 29 тысяч стали ее сторонниками. Партия доказывала свое лидерство конкретными делами, запускала в Челябинской области новые проекты. Региональное отделение активно поддерживало инициативы губернатора и в данный момент переживает процесс обновления. Отметим, что в сентябре нынешнего года Владимир Мякуш избран депутатом Заксобрания в шестой раз.